Один из кабинетов сельского дома культуры в деревне Сарсаз-Багряш на время стал одним большим швейным цехом. Работники местного клуба объединились и начали шить нижнее белье для госпиталей и бойцов. Мы уже сдали в пункт сбора штук 80. Еще имеется у нас фронт работы. Жители деревни с удовольствием тоже откликнулись приносить материалы для нас. Идея шить трусы принадлежала худруку клуба Розе Герасимовой. Ее горячо поддержали и методисты, и техничка, и директор, и руководители кружков. Сменили свои должности на закройщицы швей. Кто утюжит, кто шьет, кто кроит. Собрали по всей деревне швейные машинки, жители начали приносить ткани, нитки, и дело пошло. Мы благодарны нашим сельчанам, они отзываются и приносят нам ткани для шитья нижнего белья. Спасибо им огромное, и мы надеемся, дальше вот будем вместе работать во благо наших ребят. Чтобы процесс не усложнять, потому что трусов надо много, решили остановиться на двух размерах – большие и маленькие. Скроили, сшили, вставили резинку, и предмет туалета готов. На расцветку ставку не делают, годится все. И уже есть первые отклики с благодарностью. Из этой деревни на фронте сейчас много бойцов. Швеи говорят, что штук по 7 на каждого уже есть. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров, новости Заинска.